Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Oppo A54 5G включить отображение заряда батареи в процентах. Для этого мы с вами заходим в настройки. Далее переходим в пункт «Батарея», опускаемся вниз, нажимаем «Другие настройки батареи» и здесь нажимаем «Отображать в строке состояния заряд батареи в процентах». Как видите, сейчас ничего у нас не написано. Нажимаем, и появляется циферка 35%. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!